Привет, волчонок! В предыдущей серии мы с моим другом решили полететь отдыхать на личном самолете. Но внезапно двигатель самолета взрывается, и самолет терпит крушение. Чудом мы остаемся в живых, но все наши личные вещи, паспорта, одежда, документы были взорваны, как и самолет. И мы официально стали бомжами! И всю эту серию мы пытались прожить 24 часа как бомжи! Но нам так и не удалось вернуться домой. Но сможем ли мы в этой серии вернуть все, что у нас было, и стать нормальными людьми? Смотри этот ролик до конца, чтобы узнать. А также поставь лайк этому ролику, если не хочешь быть бомжом. Поверь, это ужасно, так что, пожалуйста, поставь лайк, подписывайся на канал, если ты тут впервые, а также я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, но мы начинаем! Офигеть, блин, молния с размером... Блин, горы очумить, блин, так ладно, гроза еще точно не скоро пройдет. Это капец, блин, я бомж. Ну, Антон, вот что нам теперь делать? У нас ни черта нету, блин, мы остались бомжами раз и навсегда. Да о, ладно боже. Тебе, да, сейчас дождь закончится и как-нибудь еще что-нибудь придумаем. Да, в смысле, что-нибудь придумаем, что мы придумаем? Ты понимаешь, мы находимся, блин, где мы находимся? Мы в деревне, блин, находимся, тут ничего нету. О боже мой, все, нам конец. И, кстати, вот мы из-за тебя стали бомжами, вот бомжами, вот как обычно, вот просил же себя. Ну все, Антон, ну не надо бомжей, ну записали мы 3 части, ну все, ну хватит. Нет, надо записать 4-ю часть, ну естественно, еще сейчас 5-ю, блин. Так, ну подписчики-то просят ставят лайки на бомжи и просят в комментариях, самое главное. Мне кажется, на этом видео они наберут, ну, 50 тысяч лайков по-любому. 50 тысяч? Ах, господи, да какой 50? Какое 50 тысяч лайков? Да, конечно, наберут, ты что, это же 5-я часть бомжей. О, боже мой, 50 тысяч лайков, ну, блин, это, конечно, много, но... Слушай, все, я не хочу, я не буду записывать 5-ю часть, все, давай, я... Стоп, это еще почему? Да потому что, Антон, 5-й раз быть бомжом, ты я не знаю, вот тебе нравится или что, но мне уже это надоело, лазить по помойкам, искать еду, вечно вонять, блин, не знаю чем. Да ладно, ты чё, один денёк потерпеть и все. Я тебе говорю, тем более подписчики поставят лайк, да. У меня это пингвинье чутьё. Да, Антон, все. Иди ты нафиг со своим пингвиним чутьем. Все, я пошел. Пока, давай, удачи. Ты куда? Все, я лучше пойду. Я буду один лучше выживать и как-то доберусь до города сам. Все, и ты потом... Ты что это шутишь? Куда ты пошел, стой? Я пошел выживать один. И когда я в город вернусь, я съеду от тебя. Все, пошел ты нафиг, блин, потому да что стой, я... Стой, ты куда? Да все, я пошел, куда глаза глядят, и подальше тебя... Да погоди, может... там гроза на улице, тебе еще молния ударит. Да... Пофиг, блин, лучше меня ударило молнией, чем с тобой, блин, выживать. Так, ну-ка, что-то, может, выкинули? Не, ничего нет, это ё-моё. Обычно выкидывали там, не знаю, картошку или еще что-то. О, волчата, привет, вы что тут забыли? Кстати, давненько с вами не общался, всем привет. Вы прикиньте... Быть бомжом — это одно удовольствие. Можно спать где угодно. И да, в мусорках хорошее попадается. Конечно, ну, сегодня что-то не очень хороший день. Что-то жители там этого дома что-то не выкидывают ничего. Но да ладно. Вот сегодня, кстати, недавно это, нашел этот диван огромный. Вы прикиньте. Вот. Кстати, давайте я вам покажу это свой дом. Кстати, может, у вас это возникает вопрос, а что со мной стало-то? Так вот, друзья, теперь я стал бомжом навсегда! Вы же это все время хотели этого, да? Ставили лайки, там писали бомжей в комментариях. Так вот, друзья, я сделал проще и стал бомжом навсегда. Никакие машины, ничего. Короче, мы же 2 недели назад с Антоном-то поругались, да? Ну и вот я ушел как бы один выживать. И знаете, неплохо так освоился. Антон, да не знаю, где-то, наверное, откинулся, откис там. Ну, да ладно, короче, давайте я вам покажу, какой у меня домик. И живу я, значит, в контейнере этом. Вот, у меня тут есть 2 велосипеда, которые я хочу починить уже где-то неделю. Вот, также есть мусор, который я не разбирал, ну там что-то ценное по-любому есть. И вот диван, который я недавно нашел, самый лучший, самый прекрасный, удобный, кожаный. Конечно, воняет, но ничего страшного, я уже привык. Так, есть также огонь, ну и...
книжка. Блин, кстати, это, ребята, кто не знал, это самое ценное, что у меня есть. Это моя книженция. Дневник бомжа я называю такое, вот, понимаете? Тут я записываю свои важные мысли. Она, ребята, очень ценная. Вы даже себе не представляете, насколько... А, погодите-ка. Мы же это на YouTube же, да, снимаем? Ребят, а давайте сделаем так. Я впишу в эту книгу, да, имя одного рандомного волчонка, который напишет комментарий. Ребята, вы не представляете, какая это история будет. Один из вас попадет не только в ролик, но и в страницу этого жесткого дневника. Ой, ребят, слушайте, давайте так. Вот для этого ценного дневника бомжа вы должны поставить лайк. Да, подписаться на мой канал, потому что кто не подписан на канал, тот будет бомжом. Так что это самое, там, поставьте лайк и подпишитесь, вот. И напишите в комментариях, давайте, чтобы участвовать, хэштег дневник бомжа. Да, вот, ребята, вот у вас будет шанс, если вы напишите этот хэштег, это попасть в эту ценную книгу «Дневник бомжа». И, ребята, вот уже в следующей серии в рандомном, рандомным образом я выберу одного волчонка, кто подписался на канал, кто поставил лайк и кто написал в комментариях хэштег «Дневник бомжа». Вот тот будет, ребята, записан в эту жесткую и очень ценную книженцию. Так что это самое, давайте ставим лайк, подписываемся, потому что этот дневник, это самое ценное. Я за него готов даже убить человека. Вот, ну, конечно, думаю, не буду, но все равно, ребята, это очень ценная книжка. Так что давайте, как бы, ставим лайк, подписываемся. Ой, это что, мой животик? Ой, ребята, так время завтрака, ё-моё! Все, ребята, давайте побежали быстрее позавтракаем. Как раз я знаю тут очень хорошую мусорку. Ой, ребята, мы уже с вами подбегаем к моему обеду. Ой, обеду, господи, сейчас же завтрак, извиняюсь. Все, смотрите, вот как раз тут мусора навалили. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Так, тут у нас, так, ничего нету. Так, коробки от пиццы, так, а пиццы самой нету, ладно. Так, тут у нас... тоже ничего нету. Так, тут... О, жвачка! Так, ну-ка... о, две штучки осталось. Ой, такое добро, ребята. Так, забираем. Банан. Ну, ладно, со вкусом банана тоже неплохо. Так, тут у нас больше ничего нету. Рыба какая-то. Ладно, хорошо. Тут, ребят, ничего нету. О, солярка. Солярка! Так, ребята, вот ее надо взять. Так, ее как раз таки, ребят. Так, ну-ка, тут есть что-то. Так, тут у нас... Эх. Так, вроде как... Пустая, ё-моё. Обычно можно солярку, ребята, сдавать за 10 там долларов, вроде литр или еще что-то. Так, о, там, ребят, смотрите, еще что-то можно найти. Так, ну-ка, так, тут пусто, да, ё-моё, ёшкин кот-то. Ой, ребята, ну я не знаю, ну быть бомжом это одно удовольствие, одно приключение только. Все хорошо, все замечательно. Кстати, магазинчик. Ребята, давайте возьмем завтрак из этого магазинчика. Как раз таки у меня есть этот ножик. Сейчас я подойду и ограблю этот магазин. Так, возьму пиво себе и так далее. Кто это? Папаша, это ты? О, Антош, ты что ли? Привет, давно не виделись. Слава богу, я тебе нашел все, давай, поехали домой быстрее. Домой? Куда? Ты чё? Я теперь бомж! Куда поехали? Всё, я тут... Какой бомж? Тебе две недели ещё! Всё, давай, садись в машину быстрее! Нет, я тут остаюсь! Кстати, вижу, ты поднялся! Теперь ты мажор, тут машина у тебя есть! Это самое... ты прикинь, это быть бомжом одно удовольствие! Хочешь со мной быть это бомжом, а? Чокнулся? Бомжом быть ужасно! Всё, давай, садись в машину, уже поедем домой быстрее! Чё? Куда? Мой дом, Антоша, везде, если что. Ты понимаешь? В смысле везде? Ты чё, рехнулся? Да ты... Ну вот, смотри, я считаю своим домом каждую эту улицу. Вот, например, я могу заснуть вот тут вот, возле вот этого масла. Могу вот тут вот, возле машины заснуть. Могу везде, где хочешь, просто заснуть. И, кстати, это самое. Хочешь, я тебе что-нибудь найду? Тут, например, сейчас тут это так, ну-ка. Чего? Так, тут у нас... о! Антоша! Антоша! Сектор Бриз на барабане, смотри! Пепси хочешь, тут не допили чуть-чуть. Какой Пепси? Не хочу ты Пепси. Ты чё, ну, тогда я буду Пепси. Ты чё, блин, ты отказываешься от такого долга. Ты чё, не пей? Не пей! Я понимаю, ты, конечно, хочешь стать бомжом. Я перегнул с бомжами, окей, но не до такой степени. Всё, давай садись в машину быстрее. Не-не-не, Антон, я хочу тебе сказать спасибо огромное и извиниться за тот случай, который две недели назад произошел. Мне очень нравится быть бомжом. Вот еще пару мусорок еще облажу и завтрак себе
найду. Ты самый, если что, присоединяйся, а я чего? Пойду. Ну и ладно, будь ты бомжом. Ну давай, Антоша, если что, присоединяйся. Так, ну-ка. А, так, тут еще. О! Наггетс! О, нормально, вот это наггетс хороший! Паша, прости так, меня! Ай! Где я? Вот тебе воняет! Стоп, я что, в машине? Куда? Где мы? Стоп! Где моя деревня? Домой едем, куда? Куда домой, дед? Стой, куда вы приехали? Жить нормальной жизнью. Нет, не нормально, вот там была моя нормальная жизнь. Давай, возвращай меня обратно. Куда? Никакой обратно, все, стой, давай. Через часик я тебя жду, нормальной одежде. Какой, чтоб нет, ты помылся. Какой? Нет, стой, там Люба была, Люба моя. Сосиски готовила. Какая мне. Какая Люба? Она мне готовила еду, ты что, давай, возвращай какую меня обратно. Еду? Давай, все, иди переодевайся, будем жить нормальной жизнью, не жить бомжей. Нет. У тебя ровно час. Да, тут что-то мусор как есть, так ну-ка быстрее. Ребята, это какой-то капец, фу. О, боже мой, роскошь, фу. Нет, хочу быть бомжом, не, я бомжал быстрее. Ай, тихо, на свалку, где тут свалка? Ай, ой, ё-моё, так, о, свалка. Ребята, вы прикиньте, бежал, короче, по шоссе и увидел свалку. Нормально, так, ну-ка, ребят, давайте посмотрим. Мне надо вернуться срочно к Любе, ребята, это по-любому. Она мне обещала сосиски, это приготовить новые котлеты. Так, ну-ка, тут что-то, блин, мне нужна машина или скутер. О, ребята, смотрите, наша цель, вот там только какие-то люди стоят. Нам надо взять эту тачку, так, давайте подойдем. Так, ну-ка, аккуратненько, или давайте вежливо попросим. Эй, мужики, слушайте, можно у вас взять эту машину, короче? Мне к Любе надо съездить. Фу, воняет от него. Эй, мужики. Ну ты не понял, иди отсюда, ты. Ты чё, охрел? Ты чё, отдайте! Пацаны, бьём его. Ай, тихо, пистолеты! Ай, не стреляйте, тихо, ай! О, боже мой, тихо, у них оружие. Ребятки, а что делать? Так тихо, аккуратненько. Эй, Паша! Антон! Ты что тут делаешь? У них оружие, Антон, аккуратней! Ты что тут забыл? Да я за свалку хочу жить. Тихо. Какую свалку? Отстреливайся! Да как у меня? Сейчас один! У меня оружия-то нет, ты что издеваешься? На, лови быстрей! О, спасибо! Пацаны, да! Так, тихо! О, вот они, обстреливайся! Аккуратней! Все, пошел нафиг, да! Давай сейчас справа! Тихо, попали! Все, это были... Ты что тут забыл-то? Господи, спасибо, Антон, я это самое, машину-то хочу это своровать, я хочу вернуться к Любе, она котлеты мне обещала. Какой вернуться, какая машина, ты что, поехали, давайте, пора помыться. Да в смысле, я бомж, я все, я хочу быть бомжом, я хочу вернуться к своей бомжатской жизни. Как тут открыть? Какой бомжатской жизни, ты Паша Флейзин, у тебя подписчики там, какой бомж? Какой Паша Флейзин, я вообще-то бомж Валера, если ты не знал, все. Так, ты что, совсем рехнулся, что ли? Ладно, придется опять тебе силой. Что? Какой силой? У меня автомат есть, ты что? Ты меня силой не возьмешь. Сейчас ты увидишь. В смысле? Ай-яй-яй-яй, все, понял, ай-яй-яй, все. Ну вот теперь ты помыл. Хватит. Ой, какой кошмар. Какой порыв. Ну что теперь хочешь быть бомжом? Все, я понял, хорошо. Я буду играть по твоим правилам. Ай. Теперь ты Паша Флейзин, тебе нужна новая одежда теперь. Одежда? Да в смысле, у меня штаны новые нужны, ты мне их это все снял, они куда-то тебе улетели. Тебе нужна вся одежда, капец, ты реально выглядишь как бомж какой-то. Да в смысле, нормальная одежда, она вообще-то в самых лучших мусорах мира. Давай, господи, садись, поедем покупать тебе новую одежду. О, кстати, какая одежда тебе нравится? Ну, не знаю, на мне вот сейчас, например, Абибас, и, ну, как бы, нормальная одежда, хорошая, замечательная такая, вот. Штаны, носки, ботинки. О, мне нравятся сандалии с черными носками. Во, идеально. Что такое? Да не, ничего. Штаны. О, мне нравятся эти самые такие, знаешь, джинсы такие рваные, прикольненькие, такие прикольные. Со свалки, ладно, я помню. Это странный у тебя стиль. Короче, смотри, в первый попавшийся магазин одежды купим себе нормальную одежду. Да, это капец, реально. Да, нормальная одежда. Ты самый-самый настоящий бомж. В смысле? Волчата, ну напишите в комментариях. Ну нормальная одежда, Абибас, что там у меня? Ну, конечно, штанов нету. Это туфли у меня хорошие. Ну, как бы все замечательно. Не знаю. Это туфли, фигня какая-то. Чуть воняет чуть-чуть. Да, в смысле? Чуть-чуть воняет. Все нормально, ты меня обзал, блин, знаешь, как хорошо. Ой, ну ладно, давай вези меня там в свой магазин.
Ой, ну, как-то немножко жмут кеды и вот, вообще... Вот, теперь выглядишь как нормальный человек. Да, в смысле? Мне все жмет, ты издеваешься, какой нормальный человек? Мода сейчас такая. Ужасная мода, блин. Господи, ты серьезно мне даешь куртку в лето? Зато классно выглядит, как человек, а не как босс. Боже мой, капец, если в этом ужасно ходить, я просто как, не знаю, робот какой-то. Давай все, пошли уже, нам давай пора. Ладно, пошли, хотя стой, дай я быстренько запишу свой дневник, потому что мне купили одежду. Так, ну-ка, где мой дневник? Стоп, где он? Антон, стоп, где дневник? Так, ну-ка, он в машине, Какой дневник? Дневник, так, ну-ка, быстрее, так, у тебя, так, ну-ка, на сиденье. Ничего нет, а что ты ищешь? Так, стоп, ну-ка, у меня, по-любому, бардачки, так, ну-ка, дневник, так, ну-ка. Ты чё потерял-то? Ничего нету, да мой дневник, лишний бомжарский дневник, так, кто? Поехали, да, мой дневник бомжарский. Под капотом, давай, открывай капот, да ё-моё. Так, ну-ка, багажник. Какой капот, ты чё, с дуба ругнул? Я дневник свой потерял, это самое главное было. Так. Какой дневник? Он дома. Он у меня дома. Так быстрее едем в мою деревню, бомжи. Да, мы едем домой к нам, домой. В смысле домой? Нет, ты сейчас... Ты у меня поедешь быстро сейчас это в деревню, бомжи. Давай. Все показывай, куда ехать. Зарежу сейчас. Давай, быстрее там мой дневник. Так, это газуй быстрее этот в ферму, в мою деревню, где я был бомжом. Ребята, я потерял свой личный дневник бомжа. Давай быстрее, колымага, газуй, там мой дневник, ты понимаешь это? Да где твой дом этот? О, боже мой, да налево едь, ты что, не знаешь город? Давай, быстрее. О, боже мой, стоп, а что у тебя тут из бардачка пистолет торчит? Да ну-ка, не трогай, товар уже все, положи на место, не трогай ничего там. Нихрена так, граната! Все, закрывай. Так, да ладно тебе, я только посмотреть, а что у тебя там, граната лежит, я что-то ничего. Не понял. Ничего. Ну ладно, давай ты лучше это самое, газуй, блин, это что ты тут это ерничаешь, давай, газуй быстрее. Так, мой дом, где мой дом был, я уже все забыл. Я потерялся, наверное, направо, давай, ну что ты тут. Капец, просто выбрал себе дом, блин. Боже мой, ну реально как бабка какая-то есть, налево, давай, налево, так, тут налево, так, стой, тут это, тормози, так, а вот, о, видишь, что дом, вот возле него я жил, вот, давай. Вы че, где твой дневник-то? Да, а что за дневник-то вообще? Ё-моё, да дневник, ну... В общем, я там записывал свои мысли. Короче, называется бомжатский дневник. Дневник бомжа, можно так сказать. И где он? Вот. Ну, он где-то тут. Короче, мне надо его найти, потому что я обещал подписчикам написать имя их в комментариях. Это не в этот дневник. Так, он где-то... Так, тут был, так, нет. Не ну, тут, давай, ищи, окей. Да, сейчас. Ой, Антон, слушай, это самое. Можешь это ты поискать? Он там в мусорке где-то был. Я сейчас в туалет быстро. Мне тут это быстренько... Надо... В мусорке? Да, сейчас. А, блин, бомжами становиться туалет. Опять. О, боже мой, так, самое, ребята, короче, смотрите, я у него гранату взял, и сейчас я взорву его доминатор, потому что вот этот ушлёпок, он меня заставил одеться в эту вот фигню, он не понимает еще, как бомжами быть хорошо. Антоша, слушай, ну мы бомжи теперь. Чё, ты Антон? Чё сделал? Мы бомжи. Ты офигел, что ты? Тихо, Антон, всё, ты почувствуешь, как быть... Зачем мы машину взорвали? Да, чё нам теперь делать? Чё нам теперь делать, как нам выбираться отсюда? Ну, выживать, Антон, как обычно, выживать. Ты же всё время хотел, чтобы мы были бомжами. Ну вот и мы бомжи. Ты сам бомжом, понял? Ты чё, меня бьёшься? Давай лучше выживать. Давай, Антоха, это смотри. О, бутылки! Бутылки, Антон, слушай. Какие бутылки? Это что, тут спрайт или... О, слушай, Антон, да, помойка. Да, в смысле, помойка, нормально. Ты что, можно еще что взять? Ты, смотри, о, тут так, бутылки нету. Ищи еду, Антоха, ищи. Так, или одежду мне ищи. Так, ну-ка, тут у нас... Какую одежду, Тим, штаны и бомбер снял? Да, боже, что? Как, кого снял? Бомбер. Бомбер? Это что? Синяя штука сверху. Синяя штука. А, куртка. Ё-моё, что за слова? Да, блин, ты издеваешься, жарко. Да и тем более, блин, жмут это мне, как бы, понимаешь, ноги и так далее. Так что, не-не-не, лучше я тут побегаю и поищу какие-то нормальные штаны. Ты понять. Ты тоже ищи, давай, это свалку какую-нибудь или еще сюда. Не буду лечить какую свалку. Да ищи. Это... О, как раз-таки, смотри, это джекпот, это мусорки, так люди... Смотри, какой джекпот. Так, ну-ка тут у нас... Так, это... О, Антон, доширак нужен. Антон, доширак, смотри. Сам убери свой доширак, ничего мне не нужно. О, боже мой, ну ладно, еще не приспособлен. Ну, смотри, бомжом быть очень круто. Вот сейчас настанет ночь. Конечно, да. Да, конечно, ты будешь спать. Ну, смотри, мы можем взять, своровать этот стульчик и потом заснуть на нем. Ты что, издеваешься? Ну, так это... и сделай. Ну, вот так и сделай. О, лови голубя! Голубя, давай! Лови его! Голубя, это не я, это не я. Их две! Антон! Так,
Да, чё, лови их, ты что, бомжом быть сам круто? Сам лови не буду, рик его ловить, отстань. О, боже мой, ну вот сам любил бомжей своих это как бы снимать и так далее, а вот сейчас это бомжом не хочешь как бы становиться. Ты чё, давай, ищи. Ну потому всего. Что это капец какой-то да. Бомжами быть, фу. Да давай, ты ищи, ё-моё, тут смотри, осматривай ещё. Антон. Тут смотри, ты видишь металл, можешь металл взять, мы можем его... Что это такое? Нет, да. Медный провод, ты издеваешься, он стоит $20. Ой, боже мой, ой, ладно, я его возьму вместо тебя. Ребят, я не понимаю, вот реально человек любил бомжей, вот сейчас что-то не любит. Антон, ты это самое, ты ищи, блин, ты чё, блин, офигевший, блин, давай быстрее все. Фигач, ты чё своим глазом заговорил вообще? Давай, это фигач, да ё-моё, ты издеваешься, давай, фигач, что-то это как бы осматривай. Раньше я вот... не понял, чё нормальным голосом заговорил-то? Да потому что 24 часа прошло, блин, и я вот тебя хотел проучить, блин, Антон. Вот, ребят, вы помните, да, 4 части подряд Антон делал нас бомжами, и вот сейчас я ему решил отомстить. Короче, Антон, блин, погнали к Любе и поедем уже домой, блин. И все. Какой Любе? Да. Да, короче, блин, помнишь, когда вот я ушел от тебя, да, и мы разошлись, короче, я нашел девушку под именем Люба, короче, вот, я у нее приютился, короче, и 2 недели жил у нее, а чего? Вот тебя решил, короче, проканать за то, что ты вот все время резко так нас бомжами делал, так что, вот, ну, все. Ты офигевший какой! Ну вот и все, вот теперь почувствуй меня в своей шкуре. Да, все, не трогай меня, ты лучше давай, ищи, блин, мусорку тут осматривай и так далее, как ты любишь, блин. Сам я тебя осматриваю, не буду бомжами. Да давай, бомжи, ты же любишь, блин, подписчики там это как бы... А, кстати, ребята, если что, ставим лайк за 5-ю часть, потому что, мне кажется, Антоху мы точно проучили. Так, это самое, тут есть чипсы, тебе надо чипсы, а? Или как это? Там есть чипсы с мусорки. А, ладно, тут, думаю, себя хватит, вы, ребята, его проканали, и вот как раз-таки Люба, привет! Она еще что торгует это всякими овощами, фруктами. Да, здрасте. Да, Любасик, это, слушай, твои котлеты я потом доем это, слушай, можем мы взять твою машину, мы доедем до города. О, привет, Паша. Ну да, конечно, можете взять. Ага, все, спасибо, Люба, давай, удачи тебе. Ну, Антон, да, ну, да, давай, спасибо. Садись, блин, уже. Ё-моё, ребят, ну, слушайте, мне кажется, мы уже отправляемся домой. Этот ролик у нас подходит к концу. И, ребята, мы больше никогда не будем бомжами. Антон я проучил, и поэтому он же никогда не сделает из нас бомжей. И, ребят, надеюсь, ролик вам понравился. Вы ему поставили лайк. Подписайтесь на мой канал, сделали красную кнопочку подписаться, серый, а также на Антон, там эта ссылочка в описании, подписываемся тоже. Все, дальше, всем пока, народ! Пока, друзья!